На этот раз из столицы России. Приветствие команды КВН «Гости», город Москва. Смотрим. Салам алейкум, белорусские, глаза не узкие. В общем, тема сегодняшнего приветствия. В начале было слово. Вот у нас в Москве... Почему в начале слово за узбеком? Эй, мандарин, да потому что я самый коренной среди вас. Чем докажешь? Ты читать умеешь? Ну? Вот и читай. Москвич. Раз ты такой москвич, чё тебя менты постоянно привлекают? Да потому что я привлекательный. В общем, уважаемые жюри, у меня есть к вам предложение. Просто немного нервничаю, сами понимаете, игра такая ответственная. Может, вы все-таки поближе сядете, а то вам издалека навряд ли видно, что в нашей команде играет Гоша Куценко. Хасан, мы с ребятами посвящались, мы играем без тебя. Эй, и что вы без меня будете делать? Эй, и что вы без меня будете делать? И все мы без тебя будем делать. А я смотрю, у нас тут пародист. А ты можешь Нагиева сделать? Легко. Ну что, получил, сосунок? А Жириновского можешь показать? Давай, вали отсюда! Вали, сотрудник Макдональдса! Ладно, покажи еще какого-нибудь неадекватного. Легко, потому что я привлекательный... Так, стоп! Ты чего фантомасы все тут возомнил? А что я показываю? А ребят, да хватит ругаться! Давайте начинать! Ладно, она права, Майли Кетти! Что? Поехали! Ну и для начала, в офисе. Леночка, зайдите, пожалуйста. Раздевайтесь. Ух, я что сказал, раздевайтесь? Извините, ради бога. Вы подготовили полугодовой отчет о процентах кредитования? Нет. Фух, вот теперь раздевайтесь. Ну а теперь представьте, будни девушки, которая озвучивает навигатор. Помогите, девушке плохо, где больница? Через 10 метров поверните направо. А теперь представьте, о чем на самом деле говорят собаки. Привет! Привет, 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 привет! Здорово! Привет, привет, привет! Здорово! О! Машина! 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 Ну а мы едем дальше. Случай в лесу. Через 10 метров... Дорогие друзья, мы очень уважительно относимся к десантникам, но и среди них бывают такие люди. Итак, день ВДВ в парке. Привет! Привет, 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 привет! Здорово! Привет, привет, привет! Здорово, здорово! О, фонтан! Фонтан! И такое бывает. Снайпер в первый раз в своей жизни промазал. Да ну нафиг! Да ну нафиг! Итак, давайте посмотрим на последнюю тренировку сборной России с их тренером Доном Фабио Капелло. Дети мои, я здесь, чтобы сделать из вас чемпиона. Он бредит, он бредит, он бредит, он бредит, он бредит. Где Акинфеев? Я здесь! Ну и реакция у тебя, Акинфеев. Я звонил тебе. Я видел, у меня 10 пропущенных. Хреново, когда у вратаря 10 пропущенных. Где Месси? Он против нас.
Где Роналдо? Он против нас. Где Березуцкий? Я здесь. Вот видите, все против нас. И поэтому у вас будет новая тактика. 4-7. Это как, тренер? АК-4-7. И запомните, чем быстрее вы бегаете по полю, тем мне сложнее попасть. Так что вперед на поле и только победа! Да! Дорогие друзья, вот стоим мы перед вами в форме сборной России. Знаете, в последнее время в Беларуси команды, которые выступали в форме сборной России, еще ни разу не проигрывали. И мы надеемся продолжить эту замечательную традицию. А с вами была команда КВН «Гости» с русской любовью и узбекской душой.